Олег Сергеевич Бажин, Славянская Нижегородская община. Тема доклада. Здравствуйте, друзья. Принцип экономического взаимодействия славянских общин. Тема доклада такая. Представляю Нижегородскую славянскую общину. Собрались мы в этом году для единственной цели, для того, чтобы научиться нам действовать сообща. Очень поддержу, значит, штаб Координационного совета по возрождению Руси. Поддержу Романа Титова, Вятичей, а также Тульский круг. Еще 8 областей там, Камчатский, славянскую общину. Радует то, что мы наконец-то начали собираться. Единственное, что огорчает в этой ситуации, то что много-много организаций, да, но нет структуры. То есть, ну, об этом сейчас говорить не будем, просто вот как бы нам, наверное, каждой организации крупной надо научиться как-то начать взаимодействовать вместе. Вот Московское Содружество здесь вижу. Вот, научиться быть вместе для того, чтобы мы все-таки как начали действовать как рой. Да? Вот об этом много говорили вчера и сегодня. Для того, чтобы понять, куда нам двигаться, нам надо определить цель. Да? Об этом практически каждый говорит. Вот, мы сейчас вот выведем цели. Если я чуть попозже спрошу, если и будут какие-то дополнения, то прошу просто сказать, да, из зала. Значит, это как вот некая идеальная картинка, к которой мы должны устремиться и к ней прийти. А что мы имеем сейчас? Земля наша, можем мы ей спокойно распоряжаться? Недра наши? Рынки сбыта наши? Вот мы были недавно на круглом столе в Государственной Думе. Там аграрный комитет заседал. И очень много выступающих было со всех сторон. Говорили только об одном, что надо поднимать себестоимость, вернее, прибыльность сельского хозяйства. Сдают картофель по 3 рубля, в сетевых магазинах мы его видим по 15. Но кто-то пенки снимает. С оптовых баз уходит, допустим, от по одной цене до нас доходит по другой цене. Кто-то пенки снимает, понимаете? Они могут фондировать. У нас мы разговариваем только еще о фондах. Значит, что... Еще момент. В плане воспитания детей нашего молодого поколения, наших подрастающих, нашей замены. Кто его воспитывает? Мы воспитываем. Система образования кто делает? Мы ее определяем. Да, по-моему, все родители уже плачут. С кем только вот разговаривай. Все, либо просто сбежали из школы и занимаются домашним обучением. Опять же, встречаясь с этой системой. Если бы все было гладко, если бы законодательство работало на благо народа, наверное, столько бы вот моментов вот таких бы не было. Еще не все проснулись, это все понятно. Что мы предлагаем? Ну, начнем с простого. Вот разберем просто по организации рынка сбыта, да, то есть вот каждый из нас это потенциальный покупатель, это определенный финансовый поток, который мы ежемесячно относим по нашему выбору туда или сюда, в сетевой ли магазин мы пойдем, либо к какому-то сельский магазин КПшнику, либо мы совместно что-то будем закупать у производителя, правильно, мы это определяем. Сейчас очень много все говорят, давайте там совместно покупать, ищут производителя, начинает поддерживать, начинается, пошла кооперация. Вот эту систему можно выстроить через потребительское общество, о котором я хотел бы поговорить. Вот. А какие еще вопросы возникают, я сейчас сразу затрону, в плане объединения. Не хватает ответственности. То есть можно встретиться, пообщаться. Очень много организаций, нету ответственности у людей, которые собираются. Поболтать сил находят, решать реальные дела сил нету. Вот об этом сегодня говорили, это... Найти ту волю, с которой идти, двигаться и делать. Несмотря ни на что, несмотря ни на какие препятствия, несмотря на там, чиновников, не чиновников, да неважно, мы идем и делаем. Вот я нарисую в виде круга, да, вот это будет потребительское общество. Что такое потребительское общество? Объяснять, наверное, я думаю, не надо, да. То есть это объединенное покупатели, которые организованно закупают у оптовиков. То есть, вот, допустим, первый уровень – это вот, уровень совместной покупки.
То есть вот вы участвуете в ней. Второй уровень – это, допустим, уровень уже осознанной покупки. Я экономлю, там, ну не знаю, какие-то другие моменты. Вот это я сейчас из цивилизационных моментов говорю, да. Третий уровень – это когда уже организатор вылез, да. То есть вот здесь ответственность значительно больше, понимаете, о чем речь? Вот когда организовал эту совместную покупку, какую-либо вещь. Вот потребительское общество сейчас способно заменить в условиях надвигающейся маркировки товаров и спасти наших производителей и выстроить систему роста уровня ответственности людей. Какой еще момент у нас есть, да? То есть вот когда рынки либеральную ценность к нам заводили, очень много говорилось о конкуренции. Конкуренция выведет лучших из лучших наверх. Значит, конкуренция среди спроса создаст, значит, наилучшее предложение. По факту это не так. Мы это уже увидели, в этом убедились. Нас сейчас, мы конкуренцию с вами проиграли. Каждый из нас проиграл. Мы сейчас имеем то, что вот в моем детстве было, ну, как бы смешно, там, в фантастических фильмах ели пластиковую пищу. Вот она сейчас вся в магазинах, мы ее можем наблюдать. Вот на тот момент. Мы говорим о том, что как-то двигаться сообща. То есть, вот создание потребительского общества – это один из моментов движения сообща. Совместно покупая что-либо – это один из моментов движения сообща. Что, в принципе, под собой подразумевает община? То есть, это общественное производственное объединение людей на основах самоуправления, самоорганизации, взаимопомощи и совместного владения собственностью. Мы сейчас имеем возможность… Ну, можно написать там землей, еще чем-то. Мы сейчас в большинстве своем имеем эту собственность в руках для того, чтобы что-либо производить. Нет, этого нету. Землю, мы уже ответили на этот вопрос. То есть у нас основная проблема создания общин или движения сообща – это наличие частной собственности в наших головах. Потребительское общество способно решить этот вопрос в данных условиях. Я предлагаю просто рассматривать это как инструмент сегодняшнего дня. Вот. Как можно начать это движение? Ну, тут понятно, что сделать регистрацию, как развить количество пайщиков. Вот, понимаете, в каждом регионе есть, допустим, какие-либо общественные организации, там, матери, там, еще что-то, там, отцы и так далее, и так далее, там, ветераны. Всех их можно подключать. Там вот в регионе, если собраться, то есть можно найти, каждый из них захочет экономить, поймите. Если вы находитесь в малом населенном пункте, это по сути можно все потоки с одного населенного пункта собрать воедино. Я объясню, для чего это нужно. Да? То есть если мы имеем, значит, покупку по 10 рублей, по продажу по 20, то, используя механизм потребкооперация, мы можем продавать по 15, а 5 рублей уводить в фонды. А на фонды, вот на эти фонды, строить уже производственные кооперативы с общинной собственностью. Понимаете? Это по сути, как организация некого сбыта. Это сбыт. Это решает вопрос организации производства. Давайте рассмотрим другую ситуацию. Вот если брать круг Вятичей, получается следующая картина. Собрались люди в круг, сказали, у нас есть казна. Они собрали фонд. То есть это у нас получился фонд. И далее они уже определяют, куда этот фонд им тратить. Можно же собрать этот фонд, вот Роман вчера об этом говорил, для того, чтобы, допустим, соратнику помочь организовать очередной бизнес. С отдачей в этот фонд обратно денег. И так далее. Понимаете, да? Теперь, если мы подключаем вот эту картину, а может быть она какая-то другая, но мнения могут быть разные, то это фактически готовый сбыт. Осталось в эту структуру встроить системную логистику или тот самый банк данных, который Шуманин, да, прошу прощения, говорил. То есть мы будем знать, кому что нужно и куда что отправлять. Понимаете?
А вот тут уже вопрос уже возникает. Уже целой структуры. Если мы систему образования сюда, о которой я сейчас сказал, как проблему, о ней будем говорить, то мы поймем, что нам надо что делать? Доносить свое. А доносить свое, значит, средства массовой информации надо. Либо подключаться к существующим, либо развивать свое. У нас картина следующая. Мы знаем прекрасно, я просто сейчас акцентирую на этом внимание. Мы знаем, есть еврейский бизнес, об этом много говорилось. Есть азербайджанский, есть армянский. Где русский? Русского нет, да? То есть мы видим, как растет благосостояние других народов. Наше благосостояние растет. Мы сейчас, вот сколько выступлений, столько мы говорим о том, что у нас все меньше, меньше, меньше. Доказывать уже ничего не надо. Системой образования вопрос можно решить, если мы создадим нашу школу. Прототип, вот как в создании нашего народного СМИ, создать нашу школу, онлайн-школу, которая будет помогать для обучения детей, которых уже забрали на домашнее обучение, в том числе. Это возможно? К целям есть что добавить? Вот к этим целям есть? Вот это может быть ориентиром для движения, для того, чтобы мы могли выстроиться в единую структуру и стать роем. Необходимо, но еще есть нечто, пока еще еще надо. Это не является исчерпывающим списком достаточно и необходимых. Вполне возможно. Еще но, процентов 30-40 добавить надо. Да, но это как некая идеальная картинка или ее начало, к которой надо уже устремляться, по сути, да. То есть это, по крайней мере, это не разъединяет на данный момент времени. Ее бы немножко конкретизировать в том плане, что взять бы от каждого по потребности, каждого по способности, все это вывести в какую-то таблицу, прям, да, и мы бы сейчас уже, ну, чуть ли не сегодня, смогли бы уже понять, на чем мы могли бы объединяться. Вот была бы конкретика, то есть можно прям лист пустить, каждый по желанию пишет, допустим, я вот имею то-то, хочу то-то, да, дальше следующий, не хочет, не пишет, хочет, пишет. Потом все это обрабатывается, уже появится какая-то такая база, да, о чем мы все говорим. Да, сегодня это запустить. Если на то есть уже необходимость и желание, это надо сделать. Это первый шаг будет. То есть смотрите, что предлагается. Предлагается в каждом регионе, в каждом абсолютно. Вот есть вокруг вас круг людей собираться, сбиваться в кучу для того, чтобы совместно начинать действовать. Искать вокруг готовые ячейки, готовые общественные организации, действующие, которые реально готовы присоединиться к действиям. Далее, организовывать потребительские общества. Это как инструмент. Это можно с регистрацией, можно попробовать без регистрации. Вот. С регистрацией надежнее, ну, на мой взгляд. Ну, Сергей Иванович Грошев, он, наверное, скажет, что не настолько это надежно. Вот. Вы поймите главную суть, да? Если мы финансовые потоки начнем с возврата хотя бы рынка, своего рынка сбыта, и мы финансовые потоки людские, нам абсолютно не важно, он сейчас в славянстве, не славянстве, нам важно сейчас то, что мы ему сможем поставить дешевле, даже пускай поначалу то же самое. Потому что само создание, допустим, сетей, оно начиналось с того, что продавали то, что было. А потом они начали делать так, что продавать они то, что хотят стали. Понимаете, в чем смысл? Наш путь такой же. Мы должны сейчас начать с того, что было, присоединять сюда то, что у нас уже есть, а после этого заменять то, что нам не нравится. Или усиливать тех, которые нам нравятся. Таким образом мы собьемся в кучу, понимаете? Плюс создадим те самые фонды. Вот любой вопрос, который мы сейчас будем говорить, у нас там, ну, все уходит никуда. Мы работаем все абсолютно на все эти сети, они все не у нас. Все финансовые потоки уходят в сторону. Я при том еще вот какой момент хотел бы сказать. Сейчас не самое главное вот в данной ситуации тратить деньги на создание собственного производства, если это вот не жизненно необходимо. Это не самое главное. Сейчас надо осмотреться и посмотреть, кто уже что-то хорошее создает, у кого уже создано, у кого фермеры, которые уже существуют. Не обязательно бежать становиться самому фермером.
чтобы наш вектор движения, он не был разрушительным, чтобы мы не создавали дополнительную конкуренцию, которую уже и так создали. Помочь сейчас выжить фермерам, помочь сейчас выжить производителям, мелким прежде всего. И посмотреть, кто из крупных может быть с нами. У меня все. Вы слушаете Народное славянское радио.